Всем привет, ребятушки, доброго вечера. Приветствую на канале Логунплей. Продолжаем прохождение игры Кейна Мост Духов. Так, у нас остался... Сожаление... Так, сожаление у нас осталось, сожаление. Что-то как-то сожаление, куда вот сюда, что ли, куда-то идти. Можно как-то назад пройти, да? Вот здесь где-то, что ли. Ну-ка. Сейчас глянем. Да. Сожаление Тоси. Это... Видимо... Ага, тут мост надо опустить. Чё, я опустить не могу, что ли? Ой, бульк. Бульк-шмульк. Могу опустить, чё не могу-то? И идем дальше. Вот... Куда мы идем? Вот сюда. Рычаг какой-то. Ну, пусть покатится. Мимо. Попали. Попали. Вибрирует джойстик прикольно. Ну, там Dualshock. Как там правильно называться? Dualshock. Что, все, что ли? Да ну нафиг. Не может быть. Я все попал. Их тут три, что ли, было? Ладно, пусть больше не крутится. Так, пойдем сюда. А тут что такое? Тут я уже бываль, что ли? Нет, я тут не бываль. Я тут не бываль. Нет, 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 нет. Ничего нету. Так, ребятушки, здорово. До свидания. Ой, как ты напугал-то меня как. И ты тоже. Фасово. И оттаял. Давай. Ушел. Умс. Какие-то скучные вы. А вот это не скучные. Окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Пошла отсюда, коза маленькая. И автоматом, автоматом, автоматом. Да, свой дос. Теперь точно скучные. Так, а тут тоже мост. А. С этой стороны, кажется, тоже можно стрелять. Ничего себе. А я и не знал. Так, это у нас куда это? А, это типа в другое место выход, да? Ага. О. А, это все штучка та, которая тут... Я тогда так и не понял, куда ее девать, что ли? Или я ее пользовался ей? Ну-ка. Может быть, я еще, кстати говоря, и не делал так. А может, и делал, уже не помню нифига. Ну, судя по тому, что дверь открыта, я ел. Так, здесь храм цветов. Ладно, как-то надо будет потом его почикать. Там тоже храм цветов, что ли? А, только вон-то у нас все есть тут рядом. Как так-то мы профукали этот момент? Храм цветов. Вообще-то миссию хотели выполнять, но опять у нас тут допники целые наобразовались, целая куча. Ну ладно. Ничего страшного, да? Две штуки осталось, ну не так уж и много. Так, вон перемещалка, я ее вижу. Давайте вот в этот домик зайдем.
Что у нас тут есть? Ничего интересного, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так? Как же так? Ну ладно, что, расстраиваться что ли будем? Так, тут что такое? Обход какой-то. О, храм цветов. Моё колобабай, ну как так-то? О, а эту я видел или нет? Я бежал, наверное, мимо нее, да? Теперь есть она. Так, ну раз храм цветов мы нашли. Блин, что мы ж тогда, может... Ну, я даже не знаю, ну как бы... Посвятить деревне эту вот уровень сегодня. Сейчас посмотрим, ладно. Опля, 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 опля. Идем, 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 идем. И, пожалуйста. Остался один храм цветов. У-ху. Он может, кстати, на той стороне быть, кто его знает. Хотя вряд ли он на той стороне. Молодцы мы, молодцы. А, кстати, вот единственное, знаете, мне почему не нравится здесь. Хотя бы какие-то обозначения были, вот где проклятый сундук. Вот, допустим, я вот тут его видел, да, где-то я его не мог пройти. А, я же его знаю, где он здесь, в деревне, у меня проклятый сундук один. Все, ребята, точно мы сегодняшнюю серию посвятим деревне. Я знаю, где этот сундук, сейчас я туда прибегу, и мы попытаемся его пройти. Так, ребятки, пока я бежал к проклятому сундуку, я, смотрите, что нашел. Бульк. Офигеть. А зачем вот он нужен? А зачем вот он тут нужен? Ха. Ну, как-то гранче я проглядел, что тут эта штука... А, посадка. Все, понял. Для посадки. Ну вот, сами того не желая, мы сегодня будем деревню изучать. Нет, посадка тут не катит. Может быть, тут тоже где-то храм есть цветов? Ну-ка, давайте поищем его. Может, тут тоже где-то храм цветов есть, который нужно открыть. Так, проклятый сундук где-то тут. Вот, по-моему, вот тут он где-то. Ладно. Ну что, попытаемся. Тут надо много врагов убить за определенное время. Я пытался, у меня не получилось в прошлые разы. Вроде вот сейчас получше идет дело, но фиг знает. Птички эти долбаные появились. Давай, фас! Огонь, огонь! Огонь! Сейчас этого кончим. Ага, отлично. Окей. Чуть-чуть не хватило. Одна секунда, где кто? Я не вижу. Врага-то не видно. А, разлетелись. Ну, в принципе, почти получилось у нас, да? Так. Ладушки. Почему он не открывает-то сундук? Какой-то баг, ребята.
Так, вот проклятый сундук, ребята. Ну, попробуем. Ага. Давай, давай, давай. Отлично. Окей. Давай, пошел в баню. Умри. Окей. О, отлично. Хорошо, хорошо получается. Давай, 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 лопим, лопим их всех. Ого. Ай, штука. Оба. О. Черт, у меня эти штуки кончились. Я их зря истродовал. Давай, 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 давай. Я успел. Фу. Ух ты, сегодня деревня у нас получилась. Ого-го, какая мощная. И маска, ребята, красивейшая маска. Буртина какой-то. Единорог. Да, смотрите, сундуки все проклятые нашли. Почту духов. О, блин. Сегодня прям отлично у нас получилось. Так, нам только надо храм цветов найти. Пойдем оденемся. Блин, где-то, кажется, храм цветов здесь был еще один. Хотя вот этот, мне кажется. Ну, сейчас, ладно. Сейчас поищем, побегаем. Попытаемся его найти. Так, пока единорожку купим ребятам. Только не говорите, что она одна. Блин, она одна. Жалко. Ну, зато он у меня, ребятки, одеты. Так, ну что, давайте деревню попытаемся поискать храмы цветов. Да? Так, не могу храм цветов найти, но вот я опять нашел лягушек. Не могу понять, вот как тут определять их. Где тут их сколько? В лягушку попал. Ёпо-на-бог. Наугад стрелял, ребята. Попал. В прошлый раз баг, что ли, был. Ну вот, ребята, тленыша нашел. Кепка, что ли? О, найден тленыш. И маска, что ли, какая-то, или что это? Да, лягушка, маску нашли. О, отлично. Ну, ладно, хоть так. А то я, блин, что-то пытался. Так и не понял, где, что, как. О, смотрите, тут еще нашел что-то. Угу. Отлично, ладно. Мне кажется, где-то вот тут вот по пути был этот храм цветов. Мне так казалось. Но сейчас вот что-то я найти его не могу. Может, я его уже... как бы сделал. Кто его знает-то? О, видали, что? Смотри-ка, я тут, оказывается, не все оббежал. Ну, мне так кажется, что не могут они по новой-то появляться. Так, тут вот тоже что-то есть. Или это все по новой открывается? Да это бред какой-то тогда. Зачем? Мне зачем по новой-то это все проходить, чтобы все это открывалось? Так, тут я, по-моему, бывал. Да, точно говорю. Вот, а тут это выросло. Потом вот тут храм цветов где-то был. Вот я его им воспользовался. Ну, блин, все, пока она не знает, что тут еще сделать.
Главное, тленыш этого взяли. И маску-лягушку. Круто. Давайте ее оденем. О! Три без одежки у меня. Вот так ребята сегодня побегали. Хотели пойти... получается, сожаление Тоси сделать, а в итоге деревни поизучали. Но я думаю, это еще не наше не последнее изучение деревни. В следующий раз точно пойдем Тоси выручать. Ну а пока всем спасибо, ребятки, за ваши лайки, комментарии, подписки. Увидимся, мои дорогие. Пока.